Яко Боже. Уже все байдарки собраны. Последним осталось на ключе. И пойдем. Что, идем на обгон? Ну как самое быстрое. Вы нас подрезать решили, да? Надо вот так отталкиваться. Сколько еще не хватает байдарок-то? Сколько нас? 6 байдарок было? 7? Ну, сейчас нас обгонят. Да он не рвутся как вперед, да ради бога. Там, может, стахановцы. О, камень сейчас. Давай пройдем к камню. Снимался. Что, туда будем заворачивать? Ага. Медленно, медленно идем. Людям же давно уж поели. Кстати, нам сейчас на вот причале. А капитан. Да, кстати, уже курсы проходили. Гребли. Обед. Все, спасибо, наелся. Все, плыть и плыть. Наконец-то мы хоть кого-то обогнали. А то последнее, самое последнее. Алёха, будешь идти за МКС? Да. Ну окей, присматривай там за девушками. Ладно. Чего?
Не, я не успел, возьму, поэтому и не справились, сколько я доставал. Ну мы это... Да, мы же справились с задачей. Он еще ко мне хулит, блядь. Направляющий молчит. Там течение оказалось быстрее, чем я успел одеть и включить. Я включить так и не успел. Уже догоняю. А, не фотографирую. Время уж почти 6. Не знаю, мне кажется, конца и края нет. А вот тут, вот где надо выходить. Так, тут не камень или глубоко он? Я весь в траве. Ну а что это? Давай. Ну ничего. Еще буду. У нас очень важная миссия в этом походе. Следи, чтобы никто не заблудился, не потерялся. Ага. Мы едем последние поэтому, а не потому, что мы плохие, это грибцы. Ага. Что, обратно залезаешь? Наконец-то причалили.
обед почти готов. Все уже в предвкушении обеда. Вот. Утро. 8 утра уже. Почти все еще спят. Вот нормальные люди зарядкой. Зарядку делают. Или хотя бы песочки ковыряются. А хоть садитесь купаться. Каша готова, но команды не было. Сегодня, думаю, ветрено будет. Да. Ну как вам поход? Отлично. На, не такие вопросы. Надо открытый вопрос. Знаешь, что такое открытый вопрос? Отвечай. Что было самым впечатляющим? Так мы же еще не закончили. Ну пока вот за эти сутки. Что самое впечатляющее? Погода. Там еще кто-то собирается. Как всегда, самое последнее. А Тане нету ответа. Да, а я слишком долго думаю. Но она вспоминает. Вся надежда на Аню номер один, Аню номер два. Один, два. Да, ну по местам. Забанить, все уже поздно. Ну хотя бы да, не врежемся. Рулевой снимает. Да нет, еще это, еще гребем. Ну сейчас я. Мы такой стороной пойдем. Мы все погибнем. Мы все потонем. Дерево пропустили. Да. Высоко. А кстати, не поняла, почему ты эти пруды там прилетаешь? О, таванить уже научилась к концу. Я умела, я бы тогда за рулево очень делала. Я так делала. А, ты делала сейчас? Нас никто не может догнать. Так, правее возьмите. Под табани чуть-чуть. Так, теперь греби. Ладно, тут. Вот. Правым табань. Все, хватит, греби. Вперед. Догоняем. Слева надо. Где ты ходишь справа-то? Слева надо. Вот сюда надо, сюда. Там колья. Сюда, сюда! Ну чё? На, вот, к тростнику, вот, тростника проходите. Сейчас, подожди, аккуратней. Ладно.
Все, вылезайте. Давайте вперед. Не. Все, вам надо вылезать. А, мы тоже сами тут. Нет. Нет, тут надо вылезать. Я не знаю. Давайте как тут-то тоже все, нам как-то надо пристать тоже где-то. Давайте вот за колья эти попробуем заплыть. Или они уже сами вылезут. Давай вот так туда-то, к берегу-то. Берегу, да. Так, гребите назад. Или вот давайте туда, прямо-то. Трое нас. Все, ищем место. Вот так вот мы и вышли в лидеры гонки. Всех обогнали. Хорошо же Аня. Знай греби, а мне тут думать надо. Раунд дважды, трижды. Еще. О, хватит. Давай слева пойдем. Так что сейчас там на что-то наедем или там глубоко пройдем. О! Конкуренты догоняют. Мы вчера гонку ралли проиграли, но сегодня наверстали. Смогу. Бывает. Мы вас не пропустим. Нас вчера было четверо. Две Ани, Алексей и Арбуз. Один член экипажа был съеден. Жестоко. Ну надо тогда рассчитаться. Очень рад со всеми, с кем сегодня выбрался и вчера на Кобожу. Большое всем спасибо за компанию. Все, я отдельно спасибо Дмитрию, организатору. Все, всем удачи. Дима вместо меня трюк отдаю. Наконец-то на обед стали. Катя уже ест. Нет еще? А, комаров. Ну, питательные они. Отряд не заметил потери бойца. Обед самое важное в походе.
Все, пообедали. Там можно и какую-нибудь другую группу пропустить. Так надо отрулять вот так, давайте немного. Во. Теперь прямо. Правым. Это левая. Правым. Правым. Все, сильней. Во. Еще правым надо. Все, хватит. Сейчас нас развернет. Он нас как стоячих обходит. Все, нас сейчас прижмет. Давай табань этим вправо. Сильней. Так, ты греби. Не, я командую. Левым. Ну все. Значит, причаливаем к берегу, отдыхаем. Ну что, не смогли обогнать? Да вы какие-то опасные гонщики. Да вы же прозранили. А ну... Не, вот ты думаешь, ты гребешь, гребешь, типа, ты пришел первый. Самый главный капитан. Да, получится. Хрен там, 5 минут, 10. Максимум. Вы хотите погребсти? Нет, я рулю. Я думал, может, мне попробовать. Ну, попробуй. Рулить? Да. А к тебе далеко тянуться-то? Тебе не погребсти-то два весла. Тебе лучше тогда. Вообще у нас дело пошло в разы быстрее. Мы гребем, спереди отдыхаю. Мы отдыхаем спереди грибы. Последний перекат на нашем пути. Камушек. Но он где-то глубоко. А вот тут на пути левей. Вот так поехали. Этот камень. Нет, обошли камень. Все, убили камень. Все, все, хорош, убил. Боец, машина. Есть. О, сейчас мы куда-то вберег врежемся. Может, кто-нибудь будет гребсти как-нибудь? Да-да-да. Это будет авария века. Ау. Мы не Титаник. О, табань. Правым табань. Опа. Берем. Поднадавите. Дайте. Чуть я остался без камеры. А где там растения такие такое? Можно Иван Чай? Можно Иван Чай? Можно Иван Чай? Можно
Так я не, я грибу. Мне тут жаловались, что я не... Никто не жаловался. Тебе была самая главная задача это управлять. Говорить. Последний километр остался. Километр? Ну ладно, пускай последние 700 метров. Ну километр последний. Соврал получается. Нет, так я же не сказал, что сейчас целый остался, а последний. Ну уже меньше, да? Ну меньше, да. Надеюсь. 4-4-30. Вот кто-то меня может фотографировать? Вот. Я его все сейчас объясню. Я сдохну. О, конец похода с песней. Ну так они еще только это разгружаются, а мы тут со всей силы гребем. Значит, заходим на мель. А зачем вы на мель? Давай и так. Последние байдарки собрать осталось. Или разобрать. Там молодцы, все собрали, уже обедает. Ну вот и все. Осталось только загрузить вещи. И поедем домой.